Понял. Все, мы в эфире, пацаны, пацанчики. Все можете поздороваться. Всем привет. Вот так вот. Я настроил сегодня виджеты новые на фоллоу и на донатики. На донатики вообще крутые. Я готов ебать просто. Но мы их не увидим. Донаты крутые. Давайте вы их потушили. Молик обзидал. Еще один. Ой, вас взяли, взяли. А чё, всех дал? За позитивное мышление и уверенность в своих силах. Спасибо за донатик и за позитивное мышление. Ебать. Вот, пацаны, а вы говорили, что за наше позитивное мышление никто нам донатит. Ебать. Что такое там? Ёб твою мать. Спасибо большое. Я после игры еще раз чекну, всем благодарю. Но это победная должна быть, пацаны. Должны собраться. За победку. 3-2-2, спасибо, ты нас балуешь. Расскажи, кто ты? Кто ты такой? Ёб твою мать! Это красиво. Спасибо тебе большое. 3-2-2, ну скажи хоть что-нибудь, напиши в чат, кто ты. Ты нас сегодня нереально балуешь. Мы так реально на буткенда собираем. О, блядь. Один мид. Бомба. Один окна запрыгнул. Хорош. Окна было. Борис Васильевич, хедшот. 147 рублей. Спасибо большое. Пацаны, нам удачки желают. У нас, ладно, сегодня день. Спасибо. У нас сегодня стрим донатов. Такое происходит. Спасибо, ребят, большое за поддержку. Какой, как рискует. У меня 10 ассистов, там за КТ так не везло, про забей. Сори, часто редактировать будешь. Анастасия, да хватит баловать. Сори, часто редактировать будешь. Я не тот человек, который бабки упрашивает, но мне безумно приятно, реально, это круто. Это добавляет активности, живности, стриму, и это реально для меня большой стимул, чтобы день за дня включать стрим. Как-то вас радовать. Это здорово. Эти, кстати, бабки, часть этих денег, наверное, еще уйдет на розыгрыш. Все-таки конкурс-то я хочу сделать ВКонтакте, правильно? Надо же как-то стрим развивать. Помимо своих людей. Создавать вот эту вот мощь, комьюнити. Чуть-чуть моральной поддержки. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Так, ну я пошел опять менять. Я себе нашел занятие. Я буду сидеть и редактировать донаты. Так, ребятки, со стримом, наверное, сегодня все. Насте и Никите, еще раз огромное спасибо. Вы нас сегодня прям вдохновили. Только видите, вы нас радуете, а мы проигрываем сегодня. Хотя игра неплохая на самом деле была, мне понравилось. Ежели честно. Вот иногда бывают дни, когда вот вообще все плохо, а сегодня вот только одна сторона на мираже была прям вот плохо. А все остальное мы как-то брались, что-то думали, стреляли, вроде неплохо. Прогресс есть. Главное тренироваться, правильно? Когда-нибудь точно что-нибудь выиграем. Все, ребятки. Всем давайте, до новых встреч. В группе ВКонтакте отпишу, что когда. Следующие стримы. Всем пока!